Ще не слишком мало миников. Рейди на профит. Ну, приморозь сила, ё-моё. Слишком далеко. Собаку привели. Олег, мы нагнили на профит, чем пожертвуем. Бой. Может, все-таки орда, да? Понял второй патч. Чё ты ругаешься? Так, гнило мод. Плота, фокус хера слева от босса. Пилипец. Певчий. Уворот. Трисия, крауд справа от босса. Охламончик, атом сзади босса. Хреново, конечно, соф распределил, вдруг кого-то надо будет бэрить, надеюсь, никого не надо будет бэрить. Чек ваф. Ласки пейте, 4 минуты осталось. Семи хватит еще. А ты жадный. Конечно.
Так, смотрите, хило, если идет взрыв, и на человеке дебаф висит, и не можете его захилить сразу диспелем. У нас 4 сейчас, правильно? Да, не надо ждать, чтобы там хилить и хилить, и потом он умирает. Лучше сразу с диспелем. Чек на пол. Занимайте позиции свои. Так, вижу, что заняли. Крауд где-то. Короче, Шурик, я поближе стану, чтобы пауэра больше не народу доставал. Тупаем пошел. Просто Шурика. Мегазона будет слизен. Перебегаем за спину. Так, уже разливается справа от босса. Канцева, Миспанд Кош. Пропадет лужа, встанете на то же место, где изначально стояли. На спину перебегаем. Димчи Бабл, двигайтесь обратно в ту лужу, сейчас она пропадет и будет в левота. Дайте длань, Мисалу. Без формы. Я сменил форму. Сейчас будет большой слизень, блин, готовься забирать. Убирай большого. За спину перебежали. Так, лужа. Ворот, Филипец, пошли за мной. Уже справа от босса, двигайтесь. Филипец, пошли за мной. За спину перебегаем. Новые лужи смотрим. Блин, главное не собирай этого большого слизня с мелкими сейчас, стой на месте. Сейчас лужа пропадет, появится новая слева от ворот. Не по мелизоне веди слизня большого. Господи, боже мой. Лепец отбегает меня, на мне болезнь. Не сбегайся со мной. Так, лужа. Лепец побежал. Далеко бежи. Даже не забыли. Забери больших слизней, пожалуйста. Поюгин надхил, потому что, блин. Взрыв. Хватит. Отбегайте, что ли. Понятно. Видите, может добьем еще. Давай, блин. Забирай большого. Филипец гимн отхил, листал Кальпича, поднимай Апис. Вот, поднимай Атомск, Атомск, поднимай. Взрыв, оттягите. Отбегайте от взрыва. Ну какой позор, Клота диспель сама себя. Какое убийство босса, да? Ни один прист, маг не может сам себя сдиспелить. Приходится мне диспелить. Но я обливала и не могла себя сдиспелить. Короче, там появилось два больших слизня сразу. Потому что вы любители свести мелких слизней. Не пошли в мелизону. Пока Белин поднял голову,
посмотрел на то, как два больших слизня идут в рейд. Они бежали с Мелизом, и произошел взрыв. Да я поэт. Классно, да? Такой первый раз вижу. Смотри, будет чего упало. Закинь крыльку в хило. Чем нет, убираешь. Пристав, убирай, мне ману нужно. Ну ты не садишься по мане. Шутишь что ли? Нет. Под приз не садится по мане. Еще и тучка жмет. На самом деле меня поставь во вторую крауду в пятый. Минус бафаться. Есть шкафчик на меня сумануть? Джифс только обещался. Давайте бафа. Суманить. Тыкните, я самой. Жив слева чинитесь. Кто падал? Чек. Лапу можно? Как иголочек. Раньше сразу все набрали, левота будет. Квадрат, кружок с восьмерки. Лед и человека, отлично. Опять встанем подальше. Вот, выноси метку, куда ты там. Ок, правильно. Сейчас я буду блевать. Так, я нормально блю, блюет 4 человека. 5. Смотри, беги. Давай совак квадратик, совак квадратик. Здорово. Да, пробуем убить. Люда. Сейчас будет валик обсливать все. Чистый маг. Вы обязаны принести. То, что вы не собираете, не означает, что вы не должны нести. Спасибо, прист. Нет, спасибо, маг. Ну, бля, там фокус хира куда-то вынес, никуда, куда надо. Не успел принести, маг не. Ну, посмотрим, где они стоят. Я вынес. Престол квадрата надо было нести.
сюда, вот эти обратно герои. Маг же дальше стоит от квадрата, чем крест. Не надо уже сдвигаться никуда. Сейчас будет самый сложный босс. Значит, ман нет. Убить. Профессор? Да. Ты всегда был моим любимцем. Как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Зачем это шея на лице? Да, идет. Я с багрухой хожу нормально вроде бы. Да, тебе же все равно на МП5, да? Нам. Спускайтесь ниже. Так, Харзул, кидаешь сначала проклятие на зеленого слизня, а потом на красного. Ну и не сбегается в цель зеленого. Захиливайте людей, которые получают урон от него взрыва. Карка, ты сакру прожимай при взрыве. Ну это все надо делать следимо. Чё? Можно вначале на красного, потом на зеленого. Нет, на зеленого. Почему ты решил, что надо на красного сначала кидать? Ну, красный догонит, вайп и все прочее. Плюс, пока он выбирает цель, можно бить ЛР надо. А зеленый, чем быстрее пойдет, тем быстрее сбегутся. А ко второму минимум он уже успеет ее кинуть. Великом же профитнее, чтобы зеленый уже пошел, потом как-то набежаться. Я не совсем понял логики. Ну ладно, на видео посмотришь. Смотрим на видео. Лок успеет два проклятия кинуть до каста обоих слизней. У меня опаснее зеленый. Блин, это не тебе, не думай об этом. Чек. Не по команде, под себя давай уже. Ни к чем ты где? Кто-то говорил, что мой хулипал сакра, это полная гамма, да? Тут ой, сакра понадобилась. Кто-то говорил такое, я всегда сакра ходил. Не пульте, пожалуйста, пока кукла не появится. Я забавлюсь. Ну вот, крутая штука. Ну как и мастер аут. Блин, иди пей столик. Ждем, пока он превратится в уродца. Все, Джериан, пуляй. Желательно стать там, где звездочка. После лучшего мы сместились в центр. И ждали зеленого слизня уже. Это звезда.
по типу проф, наверное, 85-84. Играйте все в зеленого слизня. Его не замедляй. РТД на расстоянии добивайте. Ой, быстрее добивайте. Я прожму точку. Повезло. Не сильно повезло. Так, на ком зеленый дебаф к столу, на ком красный, уже начинает бить красного РТД. Ретрики, если что, откинете на цель красного боб после смены цели красного. Так, всех, кого откинет зеленый слизень, сбегаемся в центр. Здесь сейчас приз стоит, певчи. Отбежали. Отбежали быстрее. Бежим, нажали escape. Молодец. Джим Чеф, красава. Встанешь? Пою гимн. Пою гимн отхил. Отбежали от пельменей. Хохломанчик, поднимай фокус хира. Атомский лепец. Кто там подымал машульку? Пою гимн. Автотем сразу. Пельмени отбежали. Кресты сами себя забафали, дайте лапу, интеллект, каску, крест по крестам. Красный играйте. Где играем красного? Беги, малышка, беги! Пельмени сейчас пойдут. Зеленый сейчас будет. Напись чуму передай. Играемся в зеленого слизня, отбежали от пельменей вправо, метки пока нету. Давайте быстрее в слизня играем. Белики, отбегаем в РДД зону. Побежали с череп. Побежали от лужи. Бежали от пельменей. Чуму передаем. Плата чума. Играем красного, отбегаем от пельмени. Пельмени отбежали, играем красного. Сейчас еще зеленый, потом переходка. Колбы милики. Пельмени, РТД. Топаем по профу. Топ по профу. 4% до переходки, надо зеленого убить. Сбежали от пельменей, в звездочку становимся. Не повезло немного. Давайте в цель зеленого сбегаемся. Переводим профу, сейчас будут колбы. Зеленый дебаф все к столу быстро. Давай рост. Ваня чума. Сбейте в спину зеленого слизня. Отбегайте в центр. Лепец, давай гимн отхил. Бежали все в череп. Отдал. Давай, Клота, гимна, хила и бейте на расстоянии. Да. Мана, можно мана? Не. У нас всего три совы. Давайте и на разолейте машулечки.
Билет, забери босса. Бежали пельмени. Dream Chief на звезду диван. Есть был. Пробы. Пельмени. Джерен, забери босса. 3 стака на протопали. Колба через 20 секунд. Думаю, мы успеем Валяма убить. Колба 5 секунд. Отойду на пару минут. Так, уже час прошел, да? Час 10. Я тоже отойду быстренько. Чай сделаю. Да. Бафы по луку. Кристалк, звезда, проклота, апис, квадрат. Контрольте все, кто может, пошли. Давайте квадрат, блин. Не надо уже его контролировать. Можно стан только дать. Сейчас сагры будете бить. Дружок, сейчас контролите любой прист, неважно кто. Судим этот трэш. Просто киньте на него сковывание. Контрольте любые метки, кто может, я пойду квадрат за контролем. А, не успел. Ладно, бьем квадрат.
Танк квадрата. Жук ловим. Не забыл выжженный синдром. Киньте певчего, там висит дебаф 2 стака, 12к бьет. Да просто бомба, дайте по ним. КД. Ждем протопала. Баф даем опять. Тем баф не надо дать. Джирин, ты на ком? Все равно. Давай на двоих будет Джерри. Ладно, пью. Отбелить здесь, танчишь Келли. Ну, погнали. Занимаем сразу дистанцию, будет Волонари, будет Вика. Белин, ты прожмешь... Сан-Лейн, непобедимые волны... Саку. Хорошо. Раньше набрали, сакру дали. И стал поднимать разула, это ДПС. Понимаю. Кинетика далеко не достает. О, забыл. Чтобы убить. Дайте каску по харзу, лапу, интеллект. Было больше спаля. Киль. Белену за тебя, Виха. А как, блин? Мне срезку сейчас умрешь. Я откинула. Слетели баф. Моя чаша полна. Талдорам, давайте рост. Рейндж набрали от Талдорама и ДД. Тарика отбегаем. Мончик должен побежать. Правильно. Насладитесь болью.
А, там скинул. Да. А, ладно, больше не отдавать уже. Блин, готовь Сакру. Угу. Рейндж набирайте, все рейндж сейчас прожимайтесь, будет выход. Все бежим к кинетике ее поднимать. Так, у нас осталось 18 секунд. Быстрее будет все. Вихрь, кралька Сакру. Кинетику подбейте чем угодно, сейчас упадет. Таршвар, это наскок. Можно убегать. Главное, чтоб сфера на тебе вода. Звезде стан, прыжок стан, играем в них. Там Джаспан сидит на квадрате станет. Давайте кольцо льда, гнев небес. Этих мобов надо сыграть, они станут. Возможен вайп. Господин ДД. Добейте звезду. Звонок не вовремя. Псих. Псих в костяных сидит. Что это значит? Вы уже спулили, да? Ну это как обычно. Да не, они, наверное, автобег зажали и отошли. Сразу трое? Плохо. Там, если что, один моб уже в текстах, будем боюсь. Да иди, знаешь куда? Становитесь все на этот круг, на решетку. Мобы не могут заходить на решетку, не могут вас бить. Так и мы здесь пол. Идея, да? Это раньше таки было. Зло забыл, я снял. Нет, меня взрывной волной убил после лес. Джесс есть у кого еще? Ну, в КТ 30 минут.
Да, есть. Поставишь потом на лестницу. Слева. Угу, спасибо. Сейчас отрегаюсь. Ты не спашка. Ну да, напулить правильно. А раньше не напуливали? Нет, на тебя говорю. Надо. Ну, вот первый поймаешь. Лучше ты, чем Ван. У него больше ДПС. Или это так? А он не хилит на залетке и не дамажит. Мне кажется, или у нас попытка добавилась. Дайте лапу. Почему? Да, за хороший трай профа добавилась. А ты тут не спать. Лапку раздайте. Шедо резист у кого сейчас стоит, на первой взглядке прожмешь мастер аур. Билин сакру прожмешь. Лепец ла. Фокус хи распределить не на хи. Чек. На первой? На первой взглядке? Да, на первой. Литр тут. Пол-литра, точнее. Пол-литра? Не знаю, пол-литра все время называл, потом присмотрелся получше, там написано пол-литра, а не пол-литра. Пол-литра вискаря. Ванёк. Ваня, еще 30 секунд тогда, ФКш. Кофе бы выпить. Так, мутов нету рейда. Мусор Бразерс нету рейда. Еще гильдия. Верти. Да? Ваня, ты где? Классно. На этой фракции два рейда в Целкагир. Какой-то рандомный рейд. Попробуем без него, чек. Если что, сбегайтесь к пак там с накинем. Все, макрос на пол. Это было неразумное решение. Почти. Ни хрена лок словил. Опа, транспанк. Прям банку даже.
Баба, выйди, убегай. Ты престол, когда? Ну, ШП, чтобы захил был. Тоже начали сыграть, все без рыла прижимаем глыбы, коши, бабы. Ладно, сбегать, смотри. Мирики в центре тоже не стоят, да? Ваня. Что, Воля не вовремя прокнула, да? Ну давай. Сейчас будет стрела, почему-то захилить надо. Везло. Сейчас. Пошли слева. Взлетки 20 секунд. Пол. От луж надо отойти, пережить эту взлетку. Передать нормальный вкус. Рейндж набирайте. Дремчив Сакру, Кралька Сакру. Передаем сейчас укус. Не зону кусаем еще. Все, смотри. Вот это уже собирает анбаф. Да, вон, вот, кстати, Алимак собирает анбаф. Давай этот убьем, пойдем к ним. Поможем. Нам пойдут после лича, помогут нам. Нас пронесут свой рейд. Это, я пойду схожу про пылесос шоту, блин. Ну, да, я понимаю тебя, исходи. Надо покрыть кому-то. Ну, если не команда, я бы 300, за 300 взял бы, но ЕП на другого получал, как ненужное. Я на мага роли ЕП. Да, на анбас вроде всегда было, что ЕП на кого хочешь, концепт получаешь. Ладно, давайте тогда второго. Ну, в смысле, кому там надо, просто получите тебя за него. ЕП на другого. Пол-литра, хитрый. Пол-литра, да, там? Нет, там Лисак выиграл. Там второй еще был в начале. Отдай его ты, Вань.
посмотрим, есть ли токены у меня. Наверное, этот покрытие не брал. Завоеватель еще есть. Вы ему сможете получить. Это сможем РД. Получить или нет? Это ты правый берите левый, только поэтому. Не слышу, сбили тебя. Может получить. Олег, как насчет льду во вторник собирать? Вот они, у меня времени нет. Это пейперу, куди, может, соберут. Просто вроде рейдов во вторник уже особо нету. Да, мне в общем все равно, тут и в среду, в вторник. У меня просто, бля, в гильде на офисе там РТ, среда, четверг, понедельник, как бы во вторник был бы самый заебитель, да. Сейчас звезда, ой, кружок портанется в рейд, от него отбегаем. Я тоже в среду не могу. Только заберите моба, ну ё-моё. Не уход в кей. Притворись мёртвым. Почему бы они мелкие, я которые призваны и не бьют? О, это ты что ли, Трифи? А, ты думала кто? Не знаю, думала, ноунейм какой-то. Еще подтрунила у меня. Ты мне че за фигня? Видите, звездочка то на мобов что-то призывает много. Ты не знала, что это мой приз, что ли? Да я че, ник помню. Я знаю, что у тебя приз есть, но не знаю. Нет, ник. Я твои знаю, все ники, например. Я вот только-только твоего ДК запомнила. Варванева знаешь? Нет. Это вообще игра хоть раз? Да, я варом уже не играл, не знаю, месяца три, наверное. У него вар, Святослав. А, точно. Упал, рвайся, я по одному буду дергать. Жалкие создания, умрите! Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Еще раз собери. Легко стало, кроме Ильича, да? Че? Мы на 42 раза упали, бля. В прошлом анбафе на ребре 3 раза. Да на 40 упали, там шаман вылетел. Ну, дела была. Ламорт нормальный? Ламорт не повезло. Я такой первый раз вижу, что сразу три слизня появляется. И два, и будет. Сам я виноват был, короче, прожал эту хуйню, уход в тени, от меня слизни упал. Смотрю, два больших появляется. Прям в мелизоне, блядь. Нет, слева сбежались филипец и певчи, а справа, где вот мы стояли, сбежался ты и охламончик. У тебя сразу нет, первый слизень ушел в большого мой, а второго слизня я отпустил уходом в тень. И там появилось два слизня в мелизоне. Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпион! На ребре мозгов просто не хватало отбежать от лужи. Дела тоже не хватало. Нам
покажу господину, кто... Не, ну просто баф на ребре вообще дохли, конечно же. Понятно, все кратко. Почему-то я одна хилила. Как будто бы. Ты одна хилила. Ну, потому что так и есть. А хламучик с ней или Сака? Быстрее, там Машулечка вроде отошла. А, там скакогурчика. А, что-то я уже туплю. Захильте их сразу. Ты дала как щиток повесил сразу. Ты не заметил, как себя кила упала. Я теперь отойду, ладно, таблетку выпью. Выпей. Закусить не забудь. Будет ты тут? Да. Жирела сейчас за. Не надо спикаться или не надо? Да, а приспекайся, хила. А там ски, если есть хил, спекайся. Хилипец нет. У кого есть хилипец, тоже спекайтесь. Паладина, если есть хил, спекайтесь. Не тикай пристану, вот. Трогайте пока рейды там. Сейчас подождите. Так, как будем, заметка, да? Да. Кошмарю. Субтитры сделал DimaTorzok.